Он ушел. Ты, у тебя как бы звук был его, но типа он ушел, я его не видел. Потому что он невидимка. Он не может стать невидимым. Он невидим. Да блин, он тебя нес невидимый, что ты хочешь? Это ты у тебя про... это у... просто аура была. Да он невидимка, ну ты что такой? Серьезно, невидимка, ебать? Да. Бля, жестко. Поэтому он может неожиданно появиться. Я понял. Я геник чиню. Ой, стоп. Ладно. Он чувака прокинул, да. Он поднял его. Я геник чиню. Он рядом со мной посадил его. Чувак пытается спастись, типа, но это бессмысленно же. Он рядом, он как невидим. Блять, он за мной. Прикинь, он позади меня был. Да он... пацан, придурок. Слушай, Фредди Крюгер это вообще какая-то имба. Серьезно, я его не видел позади нигде, он вон, он, ты вон видел его? Спасай, короче, того типа. Ну, он меня садит на крюк, он меня посадил, он к вам идет. Ой, лу. Он за мной бежит. Да. Мы, кстати, с тобой вдвоем остались. Мы с тобой вдвоем остались, прикинь. Один тип отключился. Ты третий раз? Нет, я первый раз. Короче, ремонтируй генератор. Я пытаюсь. Меня можешь не спасать, окей? Не, я тебя спасу. Да он рядом. Он стоит просто? Да. Он темперит. Лох ебучий. Он ушел? Нет. Он рядом прям стоит со мной, невидимый. Ну, короче, если что, сопротивляйся до конца. Я пытаюсь. Он с тобой, да, стоит? А. Уже ушел. Он рядом со мной. Я пошел тебя освобождать. Он меня подцепил, прикинь. А, ну все, значит, надо. Ну ты можешь не сопротивляться. Все, он меня посадил, можешь не сопротивляться. Говорю, нихера, слушай, этот имба вообще жесткий. Фредди Крюгер это вообще жесткий. Я типа понял, я его не вижу, но он появляется сзади меня. Ага. Получается, ты его слышишь, но ты не знаешь, что делать. Да, я его слышу, но я его не вижу. И он в итоге появляется позади меня, со спины. Ага. Это очень жестко. Тебе говорю, это имба. Не, ну, Фредди, да, это имба. Но он это дорогой, как черт. Согласен. Кстати, вон прикинь, когда сегодня или вчера вышел новый клип, не новый клип, а этот мувик Экзодуса метро. Экзодус? Это ж. Ну метро 2033. Но. Я, короче, с ним ознакомился, вообще ебай, нормальная тема.
Кстати, слушай, я вот почему-то думал, то, что там типа минимальная видюха должна там, я не знаю, 1070 какая-нибудь был. Бля, 1050 вполне пойдет, вообще пойдет. Серьезно. Минимальная. Ну да. Ну двушка, короче, 2 гига минималка стопудово будет. Не меньше. 2 гига минималка, ну точно не 4. Так 1050 это... Бестиай. Бестиай, который. 1050 это в 100 раз лучше моей... Ну 2 гига именно. Это в 100 раз лучше моей... Ну 2 гига, короче, рассчитывает, то есть. Сколько? Вот, да. Я ready. Как раз есть 2 гига. Я ну тоже... я тебе про это и говорю, то что у тебя 2 гига. У меня тяйка, короче. Я не буду потом. Ну да. И чё, кстати, с этим визаж? Чё с визаж? Чё с визаж? Чё с ним? Ну, я у тебя спрашиваю, чё с визаж? А чё с ним не так? Ты его будешь проходить, нет? Ну, я куплю, наверное. Да, да, буду, буду. Ну, сейчас у меня вторая зарплата будет. Первую уже получил, сейчас на второй зарплате без... Я, короче, рэди. У нашего типа какое-то полотенце, что ли, в руке. Нэй Карлсон. Или какой-то свиток, какой-то челобитное его. Ой, ой, Фредди такая имба, лол, я не хочу против него. Так что ж этот заяц, нет, лединка, который в невидимого превращается, тоже гнида. И Фредди гнида. Ну так-то и Майкл Майерс гнида. Фредди это имба прям дикая конкретно. Да, он тоже. Да все гниды! Hi guys. Просто вот это хрень. Просто с Фредди неинтересно. Да он что-то вообще жесткий какой-то Фредди Крюгер, не. Он типа понял, ты его типа слышишь, но ты его не видишь, и в итоге он у тебя просто стакается сзади. И все. Да, и самый прикол. Я лично не могу определить, с какой он, блядь, сзади или спереди это ля-ля-ля его. А, ну просто у тебя фоновый если... звук идет, типа то, что он рядом. Если... И ты, типа, должен крутить просто камерой, чтобы его увидеть. Ну ты его не видишь, он у тебя рандомно появляется сзади и все. Во-во. Я понимаю, а если бы хотя бы вот эти звуки ля-ля-ля, они были бы как бы 3D звуками, и ты такой... Ну типа да, чтобы обнаружить его, с какой он стороны идет, но он типа рандомно, он у тебя просто появляется сзади. Хер с ним, он пусть невидимый, но ты хотя бы можешь попытаться скрыться. А так у тебя просто вообще без шансов. Хм. Это то же самое, если бы взяли, сделали бы персонажа, который просто тупо берет с середины карты, телепортируется тебе в спину. Мясокомбинат Гедеон. Поехали. А мы, кстати, а чё ты, мы отсюда выбирались, ебать, чё ты? А-а. Да чё, нет-то? Моралес меня убил. Он рядом со мной, прикинь? А пошел вперед, но рядом со мной. Да? Это тварь, да. Ой, это... Ты ко мне бежишь. Ой, ты назад портается. Тебе бежит, а назад бежит. Так, ай, бля! Кто это? Это тип какой-то в шляпе. А, это тип с бензопилой, я понял. Это, короче... Знаешь, кто? Это, короче, деревенщина в шляпе. Все, окей. Тут пинг просто нереально жесткий. Тут... Это деревенщина в шляпе, алло. Деревенщина в шляпе. А у меня подсадил его. Я не хочу здесь, короче, на этом сервере катать. Так чё, умираем или как? Меня спасли? Да-да-да, меня спасли. Я бегу, короче, на всех парах. Я... Твою мать. Меня порт... Меня портает назад? Серьезно? Ну, можно, в принципе, будет проиграть. Ну, зайди. Кого? Он меня видел? Он возле ящика трется. Он такой, типа, короче, бежит на ящик, якобы. Тут пинг нереальный.
просто дикий. А, о, и все, я в момент оказался на этом. Или снизу. Я не буду бороться, я сразу, короче, выйду. Типа я не буду за этим говном наблюдать. Тут пинг нереально большой. А, ну окей. А он у меня, прикинь, борется. Зачем ты борешься? Я не жму пробел, зачем ты борешься, алло? Кинг. А, типа, maybe я могу не жать на пробел. Прикинь, а, прикинь, прикинь, рофл. А, я могу, типа, убегаем. Я могу не жать, короче, за кинга пробел. И бат. А чё за рофл говорил? Короче, я за кинга могу не жать пробел. Он у меня автоматом, типа, сопротивление делает. Блять, я не могу. Я не могу нажать на... движок. Слышишь, я не могу уже. Пишов нахуй. Почему я убегаю от него, но я нахожусь позади него? Что с тобой не так? Сервер. Ну короче, это специально сделанный такой сервер, чтобы мы, короче, всосали. Алло. Он тупо за мной бегает, понимаешь? Ну, типа, да. Тебя откатывает назад, нет? Меня тип пытается понять, вон девочка. Девочка-азиаточка, да? Смотри, смотри. Тебя бросил, меня посадил на крюк сразу же. Другого типа посадил. Так что, сопротивляться или нет? Нет, не сопротивляйся, нет. Типа смысл, если меня откатывает назад? Мы тут ничего не сделаем, я тебе серьезно говорю. Да все, все, я не сопротивляюсь. Я уже... Вон, Грута посадили. Кьюфи, вот и умер. Да, блин. Карта такая. Ну, для меня... Да, дело даже не в карте, у меня пинг, короче. Пинг у маньяка. Меня откатывает назад, я от него бегаю, он... Это-то я понял. Ну, короче, буду ползти, чем мне делать еще. Вон, под стол заползу, ебать. А, я не могу под стол заползти, окей. Так, заползай. Ты ему дай себя поймать, и все. Самый прикол, знаешь, в чем? То, что, короче, я сидел в ящике, и он крутился возле меня. И потом какая-то проходит секунды, наверное, две, и я уже на крюке. Хотя он меня должен был достать из ящика. Понимаешь, да? И с чем этот пинг, типа, связан под сервера, я вообще казан. Пинг — это сигнал просто. Алло, я, типа, знаю, что такое пинг, как бы. Ну, и меня, типа, откидывает назад, понимаешь? От отдаления от сервера. А то, что назад откидывает, это, ну, скорее всего, пакеты это пин, это пинг. Это пинг. Да не пинг, не обязательно это пинг. Блять, а еще есть, существуют пакеты. Это хорошо, хорошо, это пакет, но в моем случае это пинг. Я знаю, что такое пакеты. Я тебе говорю, это пинг у меня. Это пинг. У меня такое же в КС-ке происходит, понимаешь? Это пинг. Ну, смотри. Бывает такое-то, что у тебя большой пинг, но у тебя все нормально. Ебать, это вроде бы шоу, ебать, никто нахуй там, ебать, пиздец, разбирается нахуй. Я тебе говорю, это пинг. Кидает. Да, это... Ну, в любом случае, это будет загадка, я тебе говорю. Я тебе кидаю инвайт, все. Давай, я жду. Я тебя кинул. Блин, может, эту ласту... Это пинг. Ну, хз, давай. Давай, ласты Fortnite пойдем. Я просто уже поднадоело, бля. Ну да, тоже есть такое. Я типа, чё, веду сколько уже? Я веду почти 7 часов. ДБД? Да? Да? Без 10 минут, короче, без 12 минут будет уже ровно 7 часов, как я веду Dead by Daylight. Нихера себе. Да. Это я могу. Шо, ну я готов, короче, да.
Я, короче, аптечку. Вики, кстати, привет передавай. Ну, сейчас попозже с мамой разговариваю. А, окей. Да. Че, Фортнайт после этого пойдем? М? Алло, кого, чего? Ты тут, ебать? Черногорский лет 5. Ку-ку, ебать. А, застрял. Ку-ку. Ку-ку. Я тебе могу сказать, почему у тебя откат назад был? Я уже тоже знаю, почему у меня откат был. И это, и это виной пинг. Это гейб. Нет, это потому что у меня, нет, короче, и запустилась моя трансляция. Разрыв соединения с костом. Короче, пойдем в Fortnite. Так, это знак. Это знак. Кстати говоря. Так, ребят, я, короче, выхожу из ДБД и через буквально пару секунд запущу Fortnite, так что не расходитесь. Все будет здорово и круто, давайте. Так, где Fortnite?